по соответствию нормативу, по нормативам, она должна была Биг-Бега упаковывать отходы канализационные, высушиваться и должна была вывозиться. На сегодняшний день эти работы не ведутся, потому что в связи с осадками, погодными, недобросовестной, качественной работы за через год полностью осадку дала. Внутри системы все полетело. Похоже, от зловонного запаха в поселке Состебе избавиться не скоро. По крайней мере, строительство нового очистного сооружения застарело. Проблемы не справляется. Вашими глазами видите, что здесь творится. Вот, некачественное строительство. Не подсосал, никак. Не... Что здесь не так? Здесь все было, асфальт был полностью, когда только построили. И она через год уже вот так все стало. Осадку дала, вынесла все это. Вот смотрите, как говорится. Сейчас внутри еще откроют, посмотрите. Этого не стоит 350 миллионов. А вывозит вообще со Стюбе с канализацией? Нет, не вывозит. Она прямой, они поставили очистительное сооружение возле полигона, искусственный пруд сделали, туда прямой качается. Теперь туда вся моча. Все, это канализация отход, все вверх идет, без очистки. Твердый отход, как они планировали в Биг-Бегах, этого не делают. Вы уверены? Уверен, потому что ни разу не было. На новую станцию потратили больше 300 миллионов тенге. На всю мощь она так и не заработала. Вот на сегодняшний день, вы слышите, насос ничего не работает, ничего не гудит. А должно? Должно работать. Во-первых, у них кабинет должен был, операторская. Вот, разве может так оператор? Наши рабочие должны... В таких условиях жить, рабочие. Вот, смотрите. Вот все у них осадка дала. Вот где двери, например. Вот сколько вопросов. Здесь душевой, посмотрите. Это все же приняли же, на все это же. Акт прием уже подписали же руководство района. Все отходы стекают в искусственный водоем. Так и до экологического бедствия недалеко бьет тревогу поселковый аким. Вот труба стоит. Где? Он бежит. А, труба даже здесь? Да. Пластмассовую трубу провели. В смысле? А, вон! Вон. Он же пришел же, сторож, он включил же, вот. А он включил что, я не могу? Там насос включил же он. Ничего не работало. Вот сейчас он включил, вот что мы сейчас убедили. Вот, вот видите, канализационный прямо, да, вон посмотрите, вода не чистая. Канализационный отход, все сюда идет. В районном акимате на компанию, отвечающую за коммуникации, обрушился шквал критики. Подрядчик обещает наказать, но прежде заставит все недочеты исправить. Оборудование. Да, я в курсе этой ситуации. Как суд завершится и решение вынесут, ситуацию исправят. Цивилизованную систему канализационных очистных сооружений жители поселка Состубе ждут уже много лет. Нечистоты могут стать причиной вспышки инфекционных заболеваний или даже возникновения эпидемий среди населения.